Александр Яковлев! Иван Агафонов! Александр Буреев! Елена Люкшинова! Маргарита Макарова! Анатолий Мамбетов! Дмитрий Козлов! Молодой человек, как хорошо, что мы вас тут увидели. Вы не могли бы нас довести до прииска? Девчонки, я ведь не один с шефом, поэтому не смогу. Подвезите ну, пожалуйста. Молодой человек. Вика, ну? Молодой человек, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Очень надо. Ну, ладно, быстро садитесь. Осторожно. Спасибо. Ой, как здесь хорошо. Угу. Как ты с ним договаривался? Чего он опоздал? Ай. А ты мог бы и пораньше приехать. Привет, Агеич. Здорово, Максимович. Слушай, я тут двух девчонок посадил, но попросили подвезти. Ну, извини, ну, какие что сложности? Что за номера? Максимович, ну, прости. Прости. Ты посмотри-ка, баб каких-то засажал. Ну что, девчонки, будем знакомиться. Леонид Пантелеев, бывший спортсмен. Успехи, доспехи, доходы. В спорте сейчас 23 старик, так что возраст у меня для бывшего пятиборца преклонный. Но фехтую, стреляю, плаваю, бегаю, еще ой как бегаю. А посудину эту выделил мне спортком, ну, как почетному тренеру их местной команды. Естественно, на временное пользование. Ну, угощайтесь, девчонки. Пепси, коньяк, ну, давай, посаживайтесь. Вас зовут Вика. Вера. Вера, Вера. Да. Вы лесной феей будете. А вы красная шапочка. Mm-hmm. А я серый волк. Волк-спортсмен. Здорово тут у вас. И далеко вы на нем? Ну, как вам сказать, не очень далеко и не очень близко. Ну, а все-таки? Это жуткая тайна. Тайна, да? Тайна. Жуткая. Жутчайшая тайна. Mm-hmm. Это золото, остров сокровищ. Вика, ты что, не понимаешь? Что? Молодой человек просто изволит кокетничать. Вера. Представляете, девчонки, настоящий остров сокровищ, и там много-много золота. Золото мистера Гринвуда. Вот теперь он точно врет. Вика, ну какой мистер Гринвуд? Ну, Вера. Вера, ну интересно, расскажите, пожалуйста. Ладно, Вера мне не верит. Вика, слушайте, буду рассказывать вам. Представили настоящий остров сокровищ, и там много золота. Золото мистера Гринвуда. Все это ерунда. Клад Монтесумы, и все это золото наше. Расскажите. И все это золото мы заберем себе. Болтун. Правда, еще. Чего разболтался? Я пошутил. Пьем. За знакомство. Вера, Вика, Леня. Мой брат Сталлоне. Пьем. Ну, за шутку. Честное слово, я не думала. Барышни, пора выходить. Девчонки, значит, не забудете, до прииска 5 километров. Не забыли? Там через Богорог по прямой. Все, порядок. Ну что, до свидания, сын, Вика и Вера. Я сумку возьму. Ну, давай. Осторожно, осторожно. Ой, опа! Ой. Давай, осторожно, ага. смелее, давай. Ой. Осторожно. Ой! Ой, мамочка! Давай.
Про жуткую тайну никому ни слова. Понятно. Никому. Чао, девочки! Увидимся, женюсь! Бай! До свидания, Лёнь. Смешной он. Классный парень. Мужики, вы что, обалдели? Куда их высадили? А что ты меришь, как помело? Развестелся. Максим, они же заблудятся, тайга, чего бросили? Ничего, ничего. Погода хорошая, пускай погуляет. Этот балабол-то все про гриву да растрепал? Пить гад. Эти ты свирепый стал. В нашем деле тихо надо идти на цыпочках. Не дай бог раньше времени Организаторы конкурса красоты «Мисс Тунгуска» приглашают самых красивых девушек присылать информацию о себе и фотоданные по адресу. Тайгунка, абонентный ящик номер 18. Ничего, ничего. Погода хорошая, пускай погуляет. Да, они нас не там высадили. Бугорка никакого нет. Странно, зачем все это им нужно? Черт! Вика! Мы отдали уже 10 километров. Ладно, надо возвращаться к реке. Там нас быстрее найдут. Вставай, давай, все! Тут мошкара с потрохами съест. Вика, ну потерпи, немножечко осталось. Давай, пойдем! Пойдем, Вика! Thank you.
когда ты заблудилась. Очень страшно в темном лесу. Бродят в чаще звери. Милая девчонка, поздно плакать. Что ты будешь делать в жадных лапах? Пойду искать. Осторожней только. Вот, медвежья пасть. А, точно. Вот эта коряга на карте была. Максимыч. Точно, это она. Отлично. Ты когда привал? Вот и чайку сварим. Да? Вот там родничок. Воды набери. Проснулись, путешественницы? Одевайте одежду, пока вас комарьё не съело. Сейчас ужинать будем. Еле нашел вас. А зовут меня Олег Петрович. Класс. Это же Олег Петрович, наш руководитель. Да ты что? Хорошо. Ой, какая ты смешная. Шармовка настоящая. Видала, да? Здорово. Классно. Вот свитер еще смотри. О. Здорово. Ой, Олег Петрович, как хорошо. Петрович, как классно, что вы нас нашли. Угу. Просто вообще... Знаете, они нас высадили не там. Кстати говоря, Вика, я до сих пор не могу понять, зачем это было нужно. Знаете, у них катер такой классный. Они ищут клад какой-то. Ну интересно, какой клад? Правда? Вика, неужели ты поверила в эту ерунду? Да это не ерунда, это Олег Петрович, ерунда. Она во все верит. Серьезно. Какого мистера? Мистера Гринвурда. Да, это такая ходит здесь байка. Ну, был такой мистер Грин. Который, ешьте, девушки, ешьте. Который приходил даже якобы с Аляски на шхуне. Он покупал... Интересно. Да, это интересно. Как будто бы он покупал там пушнину, золото. А потом, когда пришли красные, он все это где-то спрятал, а сам исчез. И вот с тех пор здесь появляются, ну, искатели кладов. Они ищут эти места...
ее и ползком в лодку. Только тихо! Стрелять-то умеешь, а? Если надо будет, выстрелю. Ой. Девочки, это я. Ой, Олег Петрович, ну наконец-то! Ну что, не боялись? Да, все нормально, нет, что вы. Как там, тихо? Все хорошо. Скоро рассветет. Сидите здесь. Безобразие какое, по чужим чайникам стрелять, а? Все нормально. Чего, Агеич? Наушники фирмы Deaf. Это оазис в пустыне дефицита. Девочки, значит, договорились, в случае чего стрелять в воздух. Глядите в оба, не паникуйте зря, а я пойду погляжу. Тут, похоже, чужие по тайге ходят. Вот влипли, а? Да, попали. Thank you.
кажется, здесь. Было бы здесь, я бы давно нашел. Давай по порядку. Вот тот висячий камень, тот же, что на плане. Смотри сам. О, кажется, здесь. Сомневайся. Дядь, ты не сомневайся. Здесь. Ладно, проверим. Вперед. Значит так, девочки, я стою здесь, а вы отправляетесь на веслах вон к тому большому камню. Там безопасное место. Олег Петрович, а можно мне с вами? Вера, сказали ехать? Эх ты! Вот так, вот поняла? Так! Давайте. На мою куртку и давай пересаживайся. Ладно, иди, ладно, иди. Ладно. Тоже мне. Ты как хочешь, а я возвращаюсь. Давай скорее ружье мне. Ага, и куртку, куртку. Давай, ты оставайся здесь, а я побежала. Нет, за ним. Оставайся здесь. Вера, Вика, подожди, что тут оставайся? Я не останусь, Вера! Вера! Дура. Вера! Вера, я с тобой! Вика. Я с тобой! Ты мучение, вот ты кто! Горе мне с тобой. Пойду посмотрю. Давай. Я! Тут лаз должен быть. Хрена нет. Я говорил, пустое это дело. Тупик. Ой, твою мать, совсем задохся. Я полез, что-то Ленька крикнул.
воспитанный ты дядя. Вуд по-английски лес. Темный, дремучий, как ты. Тихо глохните, Вуд. Воспитанный нашелся. Ишь ты, дремучий. Вуд. Господи. Ну... Кажется, пришли. Я же говорил, тупик. Класс. Опа. Крутой вариантик. Простые камешки. Пустое. Америка. Бесполезно. Видимо, далеко ушел и не слышит. Или слышит, но молчит. Слушай, давай выстрелим, а? Угу. Сейчас, выстрелим. Ты чего? Вот что. Будем ждать его у лодки. Слушай, а где она сейчас, эта лодка? Где? С какой стороны эта лодка? Так, Вика, не хнычь. Найдем. Вот вам и золото. Вот все с собой забрал. Сучок не русский. Эх, Агеич, а как же меха? А как же пушнина? А? Меха, пушнина. Схилялся. Скрыло все давно. Все-таки Агеич грубый. О, а это что за ящички? Ну-ка, подвинься чуток. Я нашел. Вдруг удача. Винчестеры, да? Винчестеры. Вот и патроны к ним. Так. Агеич, а это что за урод, а? А? Что за урод? Это гарпун и ружье. Это. На котиков там на сайте сеть. Гарпуном. Наганы какие-то и тут. Дай посмотрю, Агеич. Это же американские штучки. Как видишь, никак понимаешь? Ну? Давай, Агеич, я нашел. А? Мое оружие. О, ёкалы мене! Мое, Агеич. Да бери еще мое, что ли, играй своими игрушками. Моих игрушек так видно и не найти. Так. Так.
Отсюда мы не уйдем, покуда не разворотим все от пола до потолка. Мне кажется, этот мистер Твистер не успел. Все оставить как есть и на волю. Ира. Вера, ты о чем сейчас думаешь? А ты? Господи, знала бы мама, где мы сейчас находимся, она с ума сошла бы. Вообще кошмар какой. Какие сволочи лодку затопили, а? Я такая дура была раньше, представляешь, снова боялась. Вообще темноты какой-то. Ужас, я представить себе не могла, что с нами такое может случиться. Все будет нормально. Кошмар какой-то. Максимыч, не спи. Замерзнешь. Ты что, шуток не понимаешь? Отдай пистолет. Оружие любишь? Обожаю, просто с детства. Давай укладывайся. Завтра денек будет не из легких. Спокойной ночи. Кореши. Какой огонь? Точно, Максим, тебе говорю. Я вниз, там огонь горел внизу. Посмотри. Точно, тебе говорю, фонарь сделал, посмотри, какой огонь. Фонарь, посмотри. Психуешь, Лёнь? Крик я спустился. Огонь. Ну, спустился. А я говорю, нервы. Спать ложись. Сейчас у нас у всех нервы на пределе. Того гляди, зазвенят. Точно. Горел. Старших ты слушать надо. Пострелять что ли нельзя? Не, я же тебя просил. Тихо надо идти, тихо! Я же тебя просил. Ладно, ладно. Молодец, что разбудил. Идем. Делом надо заниматься, делом. Освоил это чудовище? Есть. А мне жаль, Билл. Очень жаль. Были хорошими друзьями. Прости.
Да черта нет. Ну, ребят, с меня хватит. Все. Наверное, бесполезно. Да что, ёж! Мужики! Мужики, вы чего, мужики? А чума? Ну чего, ты мужики, что? Мужики! Мужики, да вы чего? А гарпун-то где? Господи, господи, я 30 лет, а ну вот. Пофартило же вам, ребята. Благословение просто какое-то, не фарт. Сколько же его тут? Что многие тысячи. Давайте делить. Давайте делите, ребята, по совести. Ну, ежели по совести, тебе пару тысяч как проводнику за глаза хватит. Да шутит он, Агеич, шутит. А зачем ему столько золота-то, Лень? Ну, корову себе купит, еще пару кабанчиков. При его фантазии. А, извини, еще фонд московского зоопарка отдашь. Сговорились, сволочи! Ах, подонки! А я-то думал, вы нормальные люди. Сиди смирно! Агеич, ты что, шуток не понимаешь? Ну, пошутил он! Я вам покажу шутки. А ну-ка, сядь быстро с ним. Быстро! Ты чего? Положи игрушки на стол! И не вздумай лапать! А то меня из этой штуки учить стрелять не надо. Отродясь, умею! Братцы, Максим, скажи ему, что пошутил. Ну, скажи ему, что пошутил! Агеич, ты что, шуток не понимаешь? Хотели меня. Не вышло. Вы тут кто? Это вы там? В Москве своей кто? А здесь, фу, пятачков пара. Дед мой, отец, я почти 30 лет, а вы пришли в дамки? Вот вам! Ухайдакую вас. Все золотишко заберу, и никто вас тут не найдет. Не найдет, да мало ли людей в тайге сгинуло. Агеич, ты же не выстрелишь. Правда же не будешь стрелять. Ну уж теперь придется, Леня. Тебя, конечно, еще можно было и помиловать, молодой еще. Да нельзя, раз уж начал стрелять до последнего. Ты же что сделал? Ты что сделал? Вот. Видел? Не хуже твоего, стреляю с левой в яблочко. Ты что сделал? А ты что хотел? Чтоб я этому волчаре лоб свой подставил? Ты что сделал, сволочь? Сволочь, ты что сделал? Ну подожди, ты, ну подожди, сволочь. Ну успокойся. Ну... Убери руки! Сволочь, ты что сделал? Ты спровоцировал его, гад! Он не стал бы стрелять! Сволочь! Ты спровоцировал его! Ну ежели б не мы, то он бы нас! Понял? Вот так вот, Жень, плохо ты меня знаешь. Не двигайся, Максимыч. Я не промахнусь. А ну-ка, положи игрушку на место.
Все равно ведь не выстрелишь овца. А ты, значит, волк. Волчара. Убивать я тебя не стану. Руку тебе точно отшибу. Эх, Леня. Плохо ты меня знаешь, потому и не уважаешь. А ну сейчас в угол и заглохни! Отдохни, ковбой. Привет, Максимыч. Да вы что? Теперь убьешь? Нет, Лень. Убивать не буду, смысла нет. Поклажи много. Ружьишко, золотишко, то да сё. А до катера путь не близок, так что поработаешь. Да ты не сердись. Я ж тебе платить буду. Как такси, 60 копеек километр. Еще на чай дам, копеек 30-40. А? Вы хотите стать миллионером? Тогда вкладывайте свои сбережения в наш коммерческий банк «Эллис». Чего смотришь-то? Заняться, что ли, нечем? А что ты патроны перевозишь? Они нам еще, ой-ой-ой, как пригодятся. Район здесь серьезный, золотоносный. На каждого свое ситечко. Так что мало золота найти. Его еще уметь вынести надо. Максимыч! Еще одна конфетка. Пули льем, видишь? Золото ведь оно со свинцом в одном удельном весе. Небось, в школе-то проходил. Смекнул. Опять же, ежели всерьез зажмут, заляжешь в хорошем местечке. Выберешь деревце поприметнее, да все пульки одна за одной в это деревце и всадишь. Ну, а случится уйти или не дай бог, после отсидки. Вернешься к этому деревцу, кумекаешь? Мое изобретение. Страх – вечная цена желтого песка. Но стой только взять, и пройдет тоска. Многие по этому маршруту ходили. Стрелялись, резались. Так что есть крошка на этом золоте. А с твоими документами, Лёнь, да на твоей посудине мы сквозь любой сечки проскочим. А там... А этих не боишься? Этих? Хватит, лишнее даешь. Эй, голуби, идите-ка сюда на разборку. Пока по моему следу шли. Не баловали, а? Да, Гуня вот. Че, Гуня-то? Мама, ну, Максимыч, там мочалок это... попугали чуть-чуть, а так нормально. Уйдет! Погоди, ты не стреляй! Да уйдет же! Гаденыш, катер надо взять. Все бросите к катеру! Самое необходимое берите! Вы мне упускать. Быстрей!
что делаешь? Что ты дерево ломаешь? Бандиты! Что, я? Да бандиты! А ты кто такой? Я тоже бандит! Стрелять надо! Там бандиты! Ума сошли! Дай ружьё! Они идут на катыни! Стрелять надо! Дай ружьё! Кого? Ну! Стреляй вон того крайнего, но не из-за главного! Нет! Стреляй! Я не могу! Ну! Я не имею права! Ты чихали, они на твои права! Ну! Да ты что? Они же люди! Да какие они люди? Они бандиты, они люди! Да наш с тобой лошадь искать! Ну! Давай стреляй! Ну! Ну, животное, ну! Нет, да я стрелял! Да я стрелял! Девчонки! Да куда уходим-то? В лодке. В лодке уходим, в лодке. Бандюги они! А ты говоришь, люди! Права! А, что им понравилось, курорт, блин? Я говорил бандит, а ты говоришь люди. Сволочи. Девчонки. Вера, Вика, Вика, Вера. А ты как тут оказался? Случайно. Собирайте вещи. Быстро уходим. Куда уходим? Здесь лесник живет. Давай, а их, значит, бросить надо, да? Давай. Рация, лошади. А эти не сунутся днем на большую реку. А нам лишь до связи добраться. Пошли. Ладно, красная шапочка. Пошли. Пошли быстро! А что случилось-то? Все, идите к реке, отдыхайте, ждите меня. А ты? А я один, быстрее дойду. А там огонь. Где? Вон. Ага, правда огонь. Странно, откуда? Странно. Может, туристы, а? Да что это, какие туристы? Туристы, ну какие-какие? Проверим. Давай лучше я, мне не привыкать. А если что с тобой случится? Что я потом с девчонками буду делать? Так что плавай лучше тебя, Кросс, я уже бегал. А ну-ка повернись. Что такое? Теплее будет. Оливковая-нибудь? Маргарич. Если это они, сразу назад, не рискуй. Если кто другой, объясни ситуацию. Все понял? Все понял. Давай. Вот настоящий открытый космос.
Я чувствую, его убили. Вика, не паникуй. Я чувствую, его убили, 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 Вика. Это кого убили-то? Меня, что ли, убили? Люди, как ты-то, парень, как жив остался? Я знал, что они по катеру ударят. Я двигатель врубил, а сам в воду. А катер? Катер в протоке застрял. Завтра мы его починим и вперед. Че плачешь? Я за вас беспокоилась. Ну, ты моя красная шапочка. Ну, не беспокойся. Тут недалеко. Лесник живет. У него должна быть лошадь. Надо до рассвета успеть. Понятно. Должны быть лошади, я знаю. Стой, Витька! Не бойся, это я! Я! Дядя Олег, там какие-то трое пришли, на охотников не похожи. Идем, наверное, лошади нужны. Чё? Мужики незнакомые, вооруженные. А что среди? Я его за домом оставил, в лесу. Витька, давай-ка шпарь напрямик, а я этих попробую задержать. Давай, давай, сынок, давай, давай! Вот и одна. Я не помешаю. Эй, разбойники! Кончилось ваше время! А ну, выходи по одному! Эй, Петр Максимович! Или как там звать-то тебя? Выходи, пока приглашают-то! Надоело по лесу-то бегать, то от тебя тут за тобой. Очень кушать хочется. Ты соснуть не мешало. Слышь, Петр! Не курите всякую гадость. Коммерческий магазин «Смокер» предложит вам сигареты лучших западных фирм. Конечно, живой ты, моя красная шапочка. Тихо лежать, убери голову! Сейчас посмотрим.
Все, сволочь. Отвоевался. Отстегивай. Живо! Ну что, падла? Банкуй.